Здравствуйте, друзья Садового Экспресса. Сегодня показываю вам четвертый фильм о моей клумбе монохромной белого цвета. До этого вам показала подснежник, пуштинию, белый тюльпан концерта. А сегодня хочу показать свои два гиацинта, которые раскрылись в этом году первый раз. Называются они гиацинт Арктика. Арктика – это значит снег, белоснежный гиацинт. Купила его в прошлом году. Две луковки в упаковке было всего осенью, в сентябре месяце, в середине сентября, и высадила. И вот он прекрасно перезимовал, вышел и набирает силу мой гиацинт Арктика. А здесь вот концерты тюльпаны. Потихонечку собираю монохромную белую клумбу. Пока апрель месяц. В апреле цветут луковичные, подснежники и пуштинии мелколуковичные. А вот уже тюльпаны и гиацинты – это крупнолуковичные. В сентябре посадила, где-то диаметром они были 5 сантиметров гиацинты. Посадила на 15 в глубину. Оставила отметочку себе, чтобы не потерять их. И они вот выскочили в этом году. Вот такая белая красота. Следующий год уже их будет 4. Будет площадка. Поскольку клумба это небольшая. И здесь больше 20 растений у меня растет. С апреля цветут они по ноябрь месяц. То этих растений много нельзя будет площадью. А просто вот так они будут радовать своим белым цветом, своим ранним появлением, своим множеством. Ведь у нас луковичные еще не заканчиваются. Еще есть чудесные луковичные растения, которые я вам покажу дальше. Спасибо за внимание. Высаживайте белые гиацинты на белую монохромную клумбу. И все будет великолепно.